Рабочие эту снегоуборочную машину называют «золотые ручки». И действительно, без нее как без рук. Машина проста в управлении, но вместе с тем очень эффективна. За час она убирает более 100 тонн снега. Такая снегоуборочная машина нагружает 6-тонный самосвал за считанные минуты. Оставляет огромных сугробов лишь небольшие полоски снега. За ними проходит, конечно, подметает лужно-щеточными машинами. Все вычищается до асфальта дорога. То, что остается где, мы в основном уже остальное все подбирается, ручная работа идет уже. А снега в этом году не занимать. 3 декабря зафиксирован абсолютный максимум количества осадков – 15 миллиметров, побит рекорд 2012 года. Тогда снега выпало лишь 9 миллиметров. В экстремальных условиях коммунальные службы Самары сработали оперативно. Основные улицы расчистили за 12 часов. Сейчас у нас в приоритете еще остается часть тротуары, посадочной площадки, чтобы у нас утром в рабочий день транспорт уже, как говорится, пошел без помех. Вот. Ну и, значит, основные вот работы проводим ночью, чтобы личный автотранспорт, соответственно, никаких помех для работы не создавал. Равняются на городских и частные коммунальщики. За неделю очищено около 70% дворов. Управляющим компаниям, которые не справляются с задачей, ГАТИ пока выписывает только предписание об устранении нарушений. Но в итоге за недоработки частные коммунальщики могут лишиться заработка. Надо повышать градус ответственности управляющих компаний. Здесь надо сказать спасибо прокуратуре, что она тоже подключилась к этой работе. Поручаю очень внимательно отсмотреть за этот зимний сезон практику работы частных управляющих компаний и выводы подготовить к весне. Всего в эту ночь работали 162 единицы спецтехники, которые позволили вывести на спецполигоны более 1600 тонн снега. Андрей Горгуленко, Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.